Артист. Добрый день всем. Я сегодня в Стамбуле, возможно, завтра я поеду здесь на острова. Я написала вчера триптих и картину с одиночеством. Этот шум города мне дико нравится. Что я могу сказать? Меня прикалывает, наверное, эта страна с таким менталитетом. Но не особо она мне нравится. Очень много неуверенных в себе женщин, которые идут и тебя толкают, потому что думают, что ты увидишь их мужчину, и мужчина посмотрит на ту женщину. Это очень смешно. Впечатляет меня, наверное, то, как мужчины к тебе относятся и прочая тема. Очень смешно, такая смешная страна. Я хочу здесь провести выставки, чтобы мое путешествие было не зря. Еще я путешествую в течение месяца и живу в других странах в течение месяца. Я не знаю, что из этого выйдет, но да. Еще здесь не могу найти, где осветлить себе волосы. Это очень плохо, потому что мне нужно, да, осветлять этот процесс и сделать, чтобы было хорошо, чтобы я выглядела человеком хорошим. Вот, это я. Еще мне нужно вот здесь что-нибудь забить по татуировкам. Хочу быть смешным типом. Пока что у меня только рука. Я набивала это ночью, потому что утром мне нужно было вести моего кота в ветклинику. Я взяла кота. Да. Улет. И что-то потихоньку делаю. Очень прикольно. Не знаю, что из этого получится. Хочу сделать влог. И что-то, блин, начинаю делать, потом у меня еще переезды. И, кстати, 7 часов полета в целом норм. В целом я смогла это выдержать. Йоу! Сегодня я в таком супер кайфовом месте, где-то рядом со Стамбулом. Завтра я пойду в Стамбул, возвращаюсь в Стамбул, то, с чего все начиналось. Я буду говорить насчет выставки там. Просто, как бы там, чё как. И я очень в прикольной сейчас квартире. Хочу подарить картину. Я уже написала картину, хочу ее подарить. Я подарила одну картину на островах Адалар возле Стамбула. И вот здесь хочу тоже это сделать. Сейчас покажу. Что-то прикольное. Видите, как я в цвет вхожу? Вот это iPhone делает хорошо. Вот такая вот у нас работа. Посмотрим в разных цветах. Короче, в целом кайф. Вот так вот думаю. Поиграемся со светом прямо с вами. Не знаю, вкатывает мне. Вот так вот делаешь. И просто блики. Люблю свет. Здесь очень грамотно выстроен свет, но лучше его ставить в бок, и чтобы он светил именно вдаль. Чтобы если ты сидел, было хорошо. Да? Бонжур, зацените потолки. Живу с доспехами. Жила, вернее, здесь была произведена упаковка картин. Сейчас собираюсь в Израиль. Лечу, надеюсь, что попаду на концерт к Моргенштерну. Там проблема с билетами, почему-то система неправильно все распознает. Такие вот обезьянки были куплены на островах. В этой квартире была произведена упаковка картин,
размером 100 на 100 и 70 на 100 в 4 экземплярах. Вот так вот, друзья, потихоньку они были отправлены в Германию на продажу, потому что здесь что-то не получилось, но получится. И еще некоторая дилемка с выставкой, надеюсь, здесь решится и будет все хорошо. Вот так пока что. На таком прикольном живу в камнях. Мне нравится. Очень клево. Мне очень нравятся эти потолки. И здесь есть диски. Очень прикольно. About 2 minutes ago, it's like a girl suddenly is walking. It's so loud, but it's so great. And I see now a global card or Cupid song for English letters, but it's I'm in Istanbul, baby. Oh, I'm in Istanbul, baby. Yeah. Завтра в РФ. Я в депрессивном состоянии. Какой милый кот! А что он тут делает? Кто такой милый? Вообще, ну что, такая гамма собирается, какая-то базовая.